Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и сегодня мы вместе с Денисом. Всем привет! Будем трейдить, но трейдить мы будем супер необычным способом. На этот раз у нас только маленькие попыты, маленькие симпл-димплы и вообще только маленькие фиджеты. Да ладно! Как видите, они настолько маленькие, что куча всяких разных фиджетов собрались вот в такие вот маленькие корзинки. Так что у нас все сегодня реально миниатюрное. И у нас есть новая доска спиритическая. Трейдовая доска. Итак, смотрите, у нас есть галочка, которая говорит о том, что мы согласны произвести данную операцию трейд. У нас есть вот такой вот крестик, который означает отмену. И плюсик, который означает добавлять. Добавляй. Кто из нас начнет? На Суефа давай решим. Победивший начинает. Суефа. Я победила. Ты первая. Что ты мне дашь за... Начну сразу с козырей. За два вот таких вот попыта единорога. Они маленькие и одинаковые. Это близняшки. Ого! Я тебе предлагаю сразу два. У них у каждого по 6 пупырок. То есть всего я тебе предлагаю 12 пупырок. Ого! Так. Я тебе предлагаю за эти два попыта два вот таких вот замечательных попытика. Это Аманкас и Мишка. На севере. Цвета у них прикольные, такой яркий зеленый. Да, и розовый, класс. Я думаю, то, что я соглашусь. Согласна! Ура! Трейд прошел, отдавай. Забирай. У тебя братик с сестренкой, а у меня близнецы. Да ладно! Круто, да? Хорошие попыты. Ну, предлагай. У меня есть для тебя. Я не буду смотреть. Вот такие вот два попытика. Там целых 9 пупырок на один попыт. Да, прикинь. Прикол, да? Мы что-то начали с того, что мы предлагаем не по одному какого-то попыту, а сразу комбо, да? Да, комбо-наборы идут у нас. Ну давай, посмотрим, что же я тебе готова за них дать. А давай я тебе предложу что-то очень необычное. Вот прям очень. Это не попыт, ага. Но это супер крутой фиджет. Игра, которая прям вообще не надоедает. Смотри, там два замечательных единорога. Подожди, посмотрите, ребят. Видите, там два единорога? Да, видно. Ты вот так нажимаешь, ага, и собираешь, ага, всякие разные пирожочки. Это ты готова мне дать за эти два попыта? Да. Забирай! Сделка завершена! Серьезно, это было так быстро. Я думала, ты скажешь, добавляй, добавляй. Да, Лева. Да. Что там с деньгами-то? Какими деньгами? С деньгами. Блин, они классные, ребят, вообще прикольные. Слушайте. Надеюсь, было слышно. Слушайте, как сосед пилит. Окей, давай теперь я тебе что-то предложу. Итак, я тебе сейчас сделаю такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Давай. Я тебе предлагаю вот такой вот мини-попыт единорог. Смотри, он радужный. Угу. Он очень крутой, согласись. Классный вообще. У тебя прям коллекция уже будет. Да. Единорогов. За этот попыт единорог я тебе готов предложить вот такой вот попыт восьмиугольник. Вау, какой он мини. Прям супер мини обмен. Так необычно. У тебя сколько пупырок? У меня много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Согласна. А у тебя? Уже не важно, ведь сделка завершена. Завершена! Это что? Он сбежал! Ты чего? Он от меня хомяк сбежал. Нифига себе. Прикольно. Ты все розовые, видимо, попыты себе захапал, потому что у меня их не было, когда я собиралась на трейдер. Что-то он какой-то бракованный. Класс. У тебя был. Ну, уже все, если бракованный, то он теперь у тебя. Я бракованный. Не посмотрел, блин. Сорьки. У меня есть для тебя супер крутой попыт Микки Маус. Что ты дашь за этот попыт Микки Мауса? Я тебе за этот попыт Микки Маус дам другого попыта Микки Мауса. Смотри, класс. У тебя теперь будет голубой, а у меня розовый. Хорошо, согласен. Я тоже согласна. Давай гонись. У тебя эта сторона очень плохая. И у тебя. Ну это нормально. Я тебе предлагаю первый в этих трейдах мини-симпл-димпл сердечко. Симпл-димпл. Я тебе предлагаю
За твое красное сердце, белое сердце. Simple Dimple. А давай добавляй. А вот ты офигела. А давай. А не хочу. Ну давай добавляй. Да, все. Не буду. Я тебе готов дать вот этого медузу. Тогда точно добавляй. Две медузы. А, пожалуйста, лечусь. Согласна. У меня такое же белое сердечко, как бы, да, вот, ну, вот. Белое на красное менять вообще не то пальто. Ну, что-нибудь другое поменяю. Полдимпл. А у тебя какие-то отстойные медузы, они вообще не пупырят. Кажется, я в плюсе. Я с тобой согласна, я ушла в минус. Твоя очередь, предлагаю, давай. Жги. Так, теперь внимание. Что ты готова дать за этого Скуби-Ду? Нет, нельзя. Который тянется. Чтобы вы понимали, это мой Скуби-Ду, которого Денис у меня украл. О-о-о-о. И держит в заложниках. В своей тумбочке. И сейчас порвется такой. Нет, я не переживу. Я сейчас ему руку оторву. Ну не знаю, ну хватит. Стоп. Что дашь за него, пока он не лишился рук и ног? Я тебе готова за него дать совершенно новый, совершенно новый новейший, вот такой вот. Спиннер! Simple Dimple. Да, смотри, он запакованный даже. Я его только сегодня забрала из пункта выдачи. Специально для этих трейдов. Ведь у нас сегодня должны были быть мини-трейды. Мини-трейды, да? Ну-ка. Угу. Слушай. Крутой, да? Крутой, крутой. Добавляй. Ну, ожидаемо, да? Ожидаемо, конечно. Ну, давай я тебе еще к нему добавлю вот такого вот робота. Я подумала, что он маленький. Он классно трейдит. Трейдит. Ну, ты понял. Попытит. Попытит. Добавляй. Да ты офигел. Да. А, ты согласен с тем, что ты офигел? Окей. И не можешь остановиться. Предлагаю тебе еще взять совершенно новый чехол на наушники AirPods Pro черного цвета. Покажи. Вау. На прошку. У меня нет прошки. Ну, когда-нибудь будет. Залог на будущее. Не нужна мне она. Тебе что, с наушниками надо? Давай наушники. Нет, наушники. Добавляй. Смотри, вот такой банан. Да это мой банан, ты чё? Ну, вообще-то я его у тебя трейдила. Согласен, забираю. Скоро ты вернулся. Капец, ты его так поюзал сильно. Чё, какой-то грязный весь. Ребята, он просто грязный. Бананчик. Всё, что нужно для счастья. Валяй. Интересно, он когда-нибудь вылетит, да? Two hours later. Я выношу следующую штуку на торги. Выношу вот такую вот свиноту. Мелкие пакости. Тут даже написано мелкие пакости. Свинота? Да, ты не понимаешь. У нее есть вот такая блевотина внутри. Посмотреть можно? Слизь. Она засовывается в свинью, и она рыгает. Вау! Мне нравится. Я тебе предложу вот такой вот крутой браслет Попыт. Согласна. Бирюзового цвета. Мне нравится, я тебе же его предложила, подарила, так сказать. Так, блин, классно. Открываем. Слушайте. Почему он пупырит только в ту сторону, которая должна быть на руке? Заливаем. Теперь я крутая. Сейчас он будет блевать. Блюет. Какает? Он кекает. А у него спереди нет отверстия? Нету. Разочарование. Смотри. Реальная свинота. Сейчас застрём нашу доску, смотри. Что-то какой-то он лайтовый. Кашка такая у него маленькая.
Мне не очень понравилось. А, он прям как Басик, серьезно. Это как больше слайм или как слизь? Медуза какая-то. Прикольная штучка. 2 hours later. Так, блин, это мой любимый спиннер. О, здравствуйте. Здравствуйте, спиннер. Он реально маленький. Что ты готова дать за этот супер крутой спиннер Simple Dimple? Трогать нельзя, да? Трогать, конечно, нельзя. Я тебе за этот крутой спиннер Simple Dimple предлагаю вот такой вот крутой, просто наикрутейший новый браслет. Короче, я предлагаю вот такой вот классный браслет Pop-It. Он совершенно новый. И самое главное, он радужного цвета. Посмотрите, у него есть главная пупырка, она находится в центре, которая вот так вот делает. И остальные пупырки, они поменьше, конечно. Короче, у него вообще классный. И держи упаковочку. Ну-ка, посмотрю-ка. В смысле? Я твою не смотрела. Ладно. Что-то оторвалось. Классный вообще, согласен. Забирай. Божечки, прикольный. Он тебе какой-то бракованный. Ну, извините, он был новым. Что ты мне дашь за... Ты сейчас офигеешь, какой я лот тебе предложу. Он будет очень большой по количеству, но у меня тут есть целый зоопарк. Из маленьких-маленьких-маленьких кроликов. Я тебе их хочу предложить все. Смотри, 1 кролик, 2 кролик, 3 кролик, 4 кролик, 5 кролик, 6 кролик, 7 кролик, 8 кролик, 9 кролик. Давай там готовься. 10 кролик, 11 кролик, 12 кроликов. 12 маленьких холосых кроликов. Они такие все утипучечки, такие вот прям мощепушечные кролики. Что ты мне за них дашь? Я готов тебе дать за этих кроликов вот такой вот антистресс. Ну ты же понимаешь, что надо добавлять. Так, добавлять, да? Вот такой большой попыт. Ну, большие вообще-то нельзя было приносить. Ну, он маленький вроде. Но большой. Ну, я думаю, что надо еще добавить. Смотри, какие хорошенькие маленькие кролички. 12 штучек. Мне кажется, тебе хватит. Нет, еще. Блин, еще, да? Ладно, тогда вот такой вот маленький попыт. Давай еще. Че, тебе жалко, что ли? Ты жадина? Еще вот такой маленький попыт. Крабик. Давай еще. Бабочку попыт. И еще. Добавляй. Simple Dimple брелок. Ну, у нас получается 6 штучек. Согласна. 12 кроликов на 6 разных фиджетов. Забирай. Вау, класс. Вот эту штуку я давно у тебя хотела оттрейдить. Это очень классный шар антистресс. Ну, а вот этот, конечно, тоже прикольный. Смотрите, какой классный. Круто. Вот этот только странно. Он маленький, но не очень. Тут. Они прилепляются друг к другу. Да, они команда. Приколдесный. Ну, с маленькими, конечно же, все понятно. Они маленькие и плохо пупурят. Спасибо, это был классный трейд. У меня тут целая гора уже попыток твоих. Итак, теперь твоя очередь. Предлагай. Жги. Что ты можешь предложить мне за этого замечательного единорога? Я тебе предлагаю вот такого единорога Сквиша. Добавляй. К нему еще добавлю вот такой вот кубик Рубика, смотри. Я его начала, правда, разбирать, потому что тебе придется его собрать. Я не смогу. Да как ты? Вот, я уже собрала. Добавляй. Зеленый цвет уже собрала, смотри. Добавляй. Синий даже собрала. Серьезно? У тебя не настолько крутой Simple Dimple. Ну ладно, давай я тебе предложу вот такой вот Simple Dimple маленький. Угу, да? Да. Это оригинальный, тут даже есть специальная гравировка. Согласен. Уху, забирай. Давай сюда. Гони мне моего единорога. Да, единорог. Сейчас проверим все. Зачетный. Когда-то он был моим. И теперь снова мой. Внимание. Вот это вот маленькое солнышко. Вернее, это цветочек. Ну, типа солнышко. Так. Я готов тебе за это солнышко дать замечательный попыт сердца.
Такой у него цвет отстойный, но я согласна. Согласна. Ура. У меня для тебя есть комбо-набор. Это три маленьких попыта. Амонкаст, Медуза и Амонкаст. Три готова. Я тебе за них готова предложить вот такой вот снайперс. Снайперс. Сникерс, что ли? Так у меня есть снайперс. Но он у тебя обычный. У меня разноцветный. Добавляю. Давай, тогда к нему еще предлагаю вот такого вот Among Us'ера. Ты мне другого предлагаешь, а я тебе бегущего. У тебя он просто стоит. Добавляй. Ёк-макарёк. Ну давай тогда я тебе еще крабика добавлю. Согласен. Теперь стало еще больше маленьких попыток. Теперь у меня два снайперса. Замечательно. Давай я тебе предложу, знаешь, такую штуку, от которой ты никогда не откажешься. И готов за нее, наверное, будешь отдать всю корзину. Давай. Это мои любимые антистрессы Спанч Боб и Патрик. Поскольку они друзья, они на трейды выпускаются сразу вдвоем, потому что их нельзя разлучать. Что ты мне готов за них предложить? Так, я готов тебе предложить за него вот такого дракона. Динозавра. Слышишь, сколько попыток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 99 штук. Ну, вроде клевый, но добавлять. Добавлять, да? У меня есть для тебя черный попыт Simple Dimple. Че? No. В смысле no? Мне не нравится. Еще вот такой есть. Давай еще. Simple Dimple. Ой, вот есть, ладно. Вот такой есть. Добавляй Simple еще. Dimple. Вот такой вот есть. Simple Dimple розовый стрик. Классный, да? Вот такая вот штука, игрушка прикольная. В жопу дуешь, она надувается. Добавляй. Ты чё, всё, принято, давай, забирай. Ещё. Нет. Ещё чуть-чуть. Да, всё. Ещё чуть-чуть, туда что-нибудь ещё. Ну хоть что-нибудь, чё как жадина-то? На! Я знала, что Денису не нравятся эти Simple Dimple. У тебя раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть Simple Dimple. Один единорог и дракон. А у меня теперь Спанч Боб и Патрик. Привет, Патрик! Как прошли трейды? Зашибись! Этот у тебя вообще в каком-то масле. Что ты мне подсунул? Этот медведь неплохой. Этот хороший, я тебе могу подарила. Могу поменять? Нет. Не глядя, давай. Нет, нет, нет. Все мое, зебра моя, наконец-то. Ладно. Розовый тоже мой. Ты готова? Да. Что ты можешь дать мне за этого динозавра? За замечательную бабочку? И за замечательного кота? Это реально мини-попыты. Я тебе за них дам вот такой вот крутой, очень классно крутящийся. А чего не крутится, Маш? Добавляй! Попыт, смотри, какой классный. А чего с ним? Добавляй! Еще вот такой вот Simple Dimple. Ладно, согласен, забирай это барахло. Очень хороший. Подкинул. Что ты мне дашь за вот этого маленького Simple Dimple Микки Мауса? Он очень классный. Я готов тебе дать за него спиннера. Ой, я согласна. Он даже такого же цвета крутого. Да. Крутой вообще, класс. Тан-тан-тан. Слушай. Давай. Крутой вообще. Забирай. Предлагай. Что-то у тебя корзинка уже пустая, у меня дофига всего. Смотри, что ты можешь дать за этого акулу с ногой? Смотри, смотри, у меня уже есть одна жертва этой акулы, вот такой вот череп. Добавляй. Смотри, какой он тянет. Добавляй. О-о-о, отказ! Да ладно, они крутые, я тебе так подарю. Они вместе. Добавляй туда. Окей, я тебе готова дать за них вот такого красного медведя. Он нормального хотя бы размера, у него пупырки качественные. Вот такая акула классная. Ладно, вот смотри, какой чувак. Он язык показывает. Смотри. Так, добавляй.
Ладно, тогда добавлю тебе еще вот такого динозаврика маленького. Добавляй. Ананас? Добавляй. Бабочка? Добавляй. Ты что, офигел? Окей. Динозавр упал. Ты нормальный вообще, нет? Да, вот такой вот красный симплтинцы. Хорошо, согласен. Акула, здравствуйте. Забирай свою акулу. Блин, у меня улетела штучка. Давайте дам вот за это? Да, за маленькое миниатюрное по пути сердца. Смотрите, какого цвета крутого розового. Ничего, оно мне не нравится. Отказ, убирай его. Окей. У тебя очень крутого Микки Мауса. Так, смотри, у меня для тебя есть обмен на яблоко. Я ему готов предложить яблоко. Угу. Согласна? Добавляй. Нет, все. Ты че? Это хорошее яблоко. Можешь даже потрогать. Краешку здесь. У меня классный Микки Маус из Диснейленда вообще-то. А у меня яблоко из Apple. Не ври. А ну, тогда не ври. У меня согласна. Правда из Диснейленда. Погнали. Класс. Это готово предложить мне за эту сквиш-тыку. Я тебе предлагаю вот такого вот чубайсика. Это штучка, которую можно играть по-разному. Смотри, ее можно подкидывать, ее можно тянуть вот так вот по-разному. Чубайсика вот такая. Добавляй. В смысле? Нет. Приглашайся. Ладно, согласен. Ладно, я хотела же добавить. Да, давай, 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 блядь. Смотрите. Да ты точно мне тут сейчас все состояние дашь. Такой вот большущий просто спиннер. Предлагай. 2 hours later. Так, за этот спиннер я тебе готов предложить 2 Simple Dimple. Сердце. И вот такой вот маленький спиннер. Вот этот щедрый, согласна. Давай. На. Они беленькие. Белое на белое. Белое на белое. Круто, круто, круто. Это готово дать за эти 2 снапперса. Целых 2, и голубой, и зеленый? Да. Мне кажется, я за них должна отдать все. Я тебе предлагаю вот такой вот замечательный спиннер. Ага. Вот такой вот черный Simple Dimple. Ага. Снайперс ананас. Ага. Разноцветный снайперс. Ага. Это он самый крутой. Ну и в принципе все. 4 против 2. 4 против 2. Слушай, я согласен. Одобряю. Забирай снайперсы. Тон-тон-тон. Вот такой вот синий Simple Dimple Микки Маус. Он маленький и хороший. Вот. Готов тебе предложить вот такой вот Simple Dimple единорог розового цвета. Согласна. А, забирай. У меня остался один товар. Это мой любимый спиннер, за который ты должна отдать всю корзину свою. Ага, показывай. Ну ты же знаешь, что я не люблю спиннеры. И посмотри, мне не нужен. Ладно, я тебе за него дам. Вот такой вот попыт. Вот такой вот золотой Simple Dimple Микки Маус из Диснейленда. Вот этот вот чехол на наушники AirPods Pro. Также добавляю к ним вот такой вот Simple Dimple красный. Также к ним добавляю вот такой вот Pop-It Mini. Также к ним добавляю самое ценное, что у меня есть. Мопса. Мопса. Согласен. Бакс, я тебя променяла на спиннер. Все, я мопса выиграл. Короче, прикол в том, что у Дениса пустая корзина, а у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 фиджетов, которые я еще ни на что не променяла. Представляете? Это значит, что в любом случае сегодня мне больше повезло, чем тебе. Либо я опять больше принесла себе разных фиджетов на трейде. У меня много всего есть. И мопсик, который уже сбежал. Походу эти трейды подошли к концу, и я надеюсь, что они вам понравились. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также смотрите другие трейды на основном канале. Ну а мы вас очень сильно всех любим и увидимся в новых роликах. Пока!